Открывайте гейс, вот там блок. Оп-оп, вот. Зажали, центр. Дальше, дальше. Дальше, дальше. Хорошо побежал, скорость много пойдет. Ваня, вот тут паровый мяч. Дай, дай. Оп. Первый, Тарас, есть с тобой. Через центр. Обожаю, когда команда играет через оп, оп, оп. Вообще, вообще ноль, оп, оп, оп. Сейчас кто-то, судя по всему, желтый получит. Разборы? Уже жалуется на Андрея, что он не свистит, когда надо. Он просто один раз получил. Когда не получается время подать. Тихонько, пацан. Тихонечко. Очень нервный оператор стоит. Они всегда начинают где-то биться вот здесь. Ну да, специально. Ой-ой-ой. Да, я вообще вижу, как там товарищ этот в красной футболке, в ярко-красной, просто, ну, типа, потянул, собственно говоря, жертву желтой карточки, ну, за шиворот. Поэтому, не знаю, может, он там под ножкой подставил, но тягать его за одежку тоже неправильно. Не спортивное поведение, конечно, не спортивное. Назад, назад, Женя! Ну, хотя Депортиво тоже, в принципе, не очень-то и чисто играет, да. Ярик изначально уже втулился в, типа, Андрюха ему придержал желтую карточку, конечно. Сказал, что ты опасно играешь, все, не надо так. Это тут Гранада с кем играет? Депортиво. Во. Ой. Хорош, хорош. Чуть-чуть, блядь. Они вот специально на камеру играют, понял? С крупным планом все дела. Это четвертая татушка такая? Да. Не очень. Даже не знаю насчет прикольности. Как-то когда в офисе каком-то приходить работать. Не думаю, что он в офисе. Да? Не думаю, что он в офисе. Ее просто прикрыть нельзя. Там меняемся, там меняемся. Если он в рубашке? Нет, в рубашке ты не прикроешь такого. Ты, я не знаю. Не выставит в рубашке. Она, да, у него высоко. Ну, надо. Ну, типа, чтобы Настя была просто. У меня была похожая штука, только это была не тату, а... Ой-ой-ой. Временно? Да. Вот. И синющая. Да. Кому? Это вторая или первая? Я не знаю. Не, ну он же красный не показывал. Какая команда вопрос? Трегубченко! Трегубченко! Ты понял, какой команде? А, ну нет, подожди, Гранаде, Депортиво только что выбили. Ну, желтый получил, потому что он как-то шел из зала там. Ну, я понял. Ну, еще одна, значит, это он. Олег, не дай, не подарь, не отрази, играй! Сейчас можно будет по футболке увидеть, в принципе. Ну, там сравнится, что ли. Ну, да. Побежи. Партива, пожалуйста.
вот этот вот рыжий. По заборам? За мячом, пожалуйста! Андрюха, вон фиолетовый! За двумя! Спят, пожалуйста! Кто там сидит? Что-то как-то да, в этот раз многовато. Выбило они мяча. Девятый номер Дмитрук вроде. Я не вижу фамилию. Пас. А пас там. Все, да. Подожди, прилетел, два шмяча прилетело. Гранада забила. Давай, давай, отвечай, давай. Ваня, с тобой, Ваня.
Он полностью вышел? Или он на линии был? Широкий стоп-гол. Широкий стоп-гол, а Тире... Широкий стоп? Два один, молодцы. Валер, отцепи пост. Ты знаешь, я так думаю, в 2-2 могут и сыграть. Имеют шанс. Еще 10 минут матча, даже чутка больше. 13 минут матча. Могут, могут. Или противоречие. Знаю, не знаешь, моментами. Вот они просто пытаются на моменте сыграть. Да, вопросом просто кто реализует лучше. Кто просто реализует лучше этот момент, вот тот и решает. Кто его вообще в состоянии просто реализовать? Там, я же говорю, от шанса к шансу. Такой рандомайзер на самом деле. Какой-то такой вот стабильной техничности определенной, них я не замечаю. Что? Не знаю. Но мат там прозвучал, Андрей этого не любит. Там каждый раз понятно. Все ко мне было. Андрей, решай, хорошо. Ой-ой-ой. Сейчас они что-то доспорят, я так чувствую. Что-то они сейчас доспорят. Могут. Я на ставке есть. А? Ставки на людей. Я могу уже да, прогнозики ставить. Ну, что там любит? Не знаю, в 3-2 вряд ли. А вот в 2-2 они могут сейчас. Они могут потянуть. Сейчас есть вариант того, что типа Гранада будет пытаться продавить их и может ошибиться. Гена забьет, да? А? Гена контратаки забьет? Да, вполне вероятно. Вот видишь, они поняли, что есть еще варианты. Видишь, они вот сейчас будут бежать. А у них, ну, у Деппера вполне себе неплохая защита. Да, девятка. Маленький, быстрый. Шустрый, он мобильный просто такой. Он притягивается хорошо, да.
сейчас видишь. Вот, собственно говоря. Хотя, видишь, Депортиво тоже почему-то начинает так. Ну, достаточно. Сейчас, чтобы обратного сценария не было по прогнозу. Не, ты смотри, они тянут игру. Они тянут. Кто? Гравы? Нет, я его нормально попали. Убежал сразу. Ну да, чтобы это грехом подальше. Вот еще одна желтая подальше. Я так понимаю, Деппер хочет дальше забивать. Ну, конечно. Только отыграли, опять пропустили. Да. Эти перекаты такие прекрасные. Желтый не было, да? Он там полил. В следующий раз полил. Да. Из-за головы спорно так. Ты видишь, Деппер решил дожимать. Не граната, а Деппер решил дожимать. Сейчас граната может очень неприятно на этом сыграть. Они в прошлый раз, если я не ошибаюсь, и забили на контратаке. А на кого они вообще месяц? Не знаю. Это Испания, да? Ну, не на высоком, потому что знаю то, что Атлетика и Нумансия на первом-втором. Потом... Кто? Андрюха. Знаешь, много времени не тратит, им объяснять. Это какой-то космический футбол начался. Они просто тут... За 5 минут. Они просто вверху держат мяч и все. Космический футбол. Есть! 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 Есть!
Ой-ой-ой. Я же говорю, космический футбол. Назад, назад! Серега, вперед! Давай, давай, давай! Дальше, назад, давай! Потому что в космос. 4 минуты. Он бы еще за меня зашел и сказал, где. Хорош! Я даже не знаю, с контратаки это был. Не, ну не с контратаки. Пинчук пас. Пинчук пас. 48-я. В принципе, да. Граната дорвалась. Оказалась в атаке. А ребята их обошли. Все. В принципе, да. Пока что можно мне уже делать прогнозы. Пока еще могу. Тень назад, тень назад. Какой будет счет? А? Какой будет счет? 3-2. Не, пока 3-2. А? 3-2, это уже стабильный чувак, они не добьют. Хотя, подожди, Депор. Не, они не забьют, но они могут... Им надо просто уж успокоить игру. Они вот, видишь, они просто не успокоят. Да, им просто надо. Сколько держи. Линия проиграть? Я не знаю, игры, наверное, 2, может, 3. Да, я не знаю, победа. А? Ну, победа нужна. Да, нужна победа, однозначно. Им нужно успокоить игру чутка. Они не сейчас добежали. Нужно успокоить игру, взять мяч спокойно и держать его, потому что сейчас с Сандерлендом, что ж они вместе с Сандерлендом, красная форма, этот, с Гранадой, видишь, это сыграло очень злую шутку, сейчас они дорвались до середины поля, начали бежать, и тут обом. Не, ну может они еще, знаешь, рассчитывают на то, чтобы это... Не забивай, что забивают тебе. Может, они просто хотят у них на поле тусоваться. Но опять же, это надо делать грамотно. Ну, это пока получается. Хорошо, хорошо, ничего. Ребята, тут двое обходят. Ну, видите, тут пространство между камерами. Уже еще и угловой. Еще полминуты, да, уже пора. Очень, очень, очень годно.